Салам алейкум, класс, здравствуйте всем. Сегодня у нас на обзоре ключевая тема. Прибор у нас танк 2М2, ЧПУ станок по ключам. Сейчас сделаем идентификацию ключа Лада Приора. Попробуем сделать первый раз. Это у нас первая нарезка лезвия наша. Вот у нас болванка новая. Приступим. Так, сейчас у нас должна быть идентификация. Так, идентифицировал он уже ключ, теперь нужно ставить новую болванку. Да, конечно, этот ключ намного быстрее нарезал бы на обычном станке своем с копиром, но это как бы у нас пока пробная болванка, так что хотим посмотреть, что у нас получится с этого. Итак, ждем. Испугался немножко. Посмотрим в конце, что получится. Вроде остановился. Сейчас должен выдвинуть переднюю платформу ко мне. Так, сейчас я сниму лезвие. Посмотрим, что у нас там получилось. Свет немножко дадим тоже. Итак, по сравнению с оригиналом, более квадратные части, как я вижу. Это, наверное, особенность, как я понимаю, фрезы. Сейчас подойду к другому станку. На обычном копире у нас просто есть такая, скажем, как ее называют, не знаю, забыл. Да, шлифовка, чтобы заусенцев не было и так далее. Включаем и смотрим. Вроде неплохо. Сейчас пойдем к автомобилю, проверим, как все получилось. Итак, мы сидим уже в автомобиле. Вот наше лезвие. Вставляем ключ в замок, так как неудобно бывает проворачивать. Принес с собой плоскогубцы.
Так, со скоростью автомобиль снят. Проблему, видимо, по диагностике. В любом случае, иммобилайзер был отключен, поэтому автомобиль завелся. Так что, если кому что нужно, приходите, сделаем.